Ребят, я приехал в город Сан-Гион. Как это старый город. Это, ребят, какой-то старинный город. Это за 10 евро штука подается. Это за 7, это за 10, это за 9. Наверное, это главная площадь. Привет. Ты кто? Я Гнолин Глотин. Все, пока. Ребята, что? Гуси. Гуси, гуси, гуси. Боже мой. Боже мой, как сюда пожарные заезжают, такие узкие улицы. Нам четвертый дом, пятый дом, шестой, так сюда, там где. Это Франция похожа на Гуси. Ребята, это аббатство. Всем привет, ребят. Я приехал в город Авиньон. Посмотрим, что интересно в этом городе. Ребята, я хочу попасть в замок, в дворец, где папы римские жили. И я там стою на очереди. Бонжур sur la truffe de Litchi. Превратили этот город в столицу христианской религии. Папский дворец является важнейшим доказательством присутствия папы Авиньона. Он был построен менее чем за 20 лет. А почему тут бумажки? Там столько денег. Ребята, поставьте, подпишитесь на канал, конечно. Ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ребята, у меня есть своя лошадь. Я понес ее на такой огромной лестнице.
Я попал в сад. Я съем тебя! Я съем тебя! Набираем быть мороженым. Нам хотелось посмотреть на озеро. Мост. Это Винян, такой красивый город. Вот такой вот дворец с Дианой. А я побежала туда. Куда это? Коля! Москва! Привет. Это вы приехали? Москва, стойте! Там столько рыб, ребят. О, особенно вот это белое, как клоун. Смотри, как они ведут. Два клоуна. Ребята, я на Диавский мост пришел. И, ну, у меня пленка заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. И не забудь поставить на колокольчик. Даю на мосту Диавла. О, как там глубоко вода.